Шикарная погода, а на завтра вновь штормовое предупреждение. Сегодня 20 января, день видеокамеры. Сразу вспоминается песня из «Сам себе режиссера». Сколько лет прошло? Это «Сильная новость», рубрика «Короче». Поехали. Представляю вам «Мать года 2022». В Комсомольске-на-Амуре, где вчера было минус 26 градусов, мать насильно окунула в прорубь своего кричащего сына. Сама она при этом стояла в пуховике и обуви. На кадрах видно, что пацан явно не хочет окунаться и всячески упирается. Но в этом помогают спасатели. Кстати, к этим ребятам тоже есть вопросы. В Минске два парня зашли в Евроопт и увидели бесплатный алкоголь. Ценник на бутылке стоял 0 рублей 0 копеек. Парни тут же сгребли всю витрину, всего 12 бутылок, и пошли на кассу. Кассир пробила 6 бутылок, увидела, что ценник не меняется, и сделала отмену. Кто же прав в такой ситуации? На первый взгляд кажется, что именно покупатель, но судебная практика говорит об обратном, и потребителю, скорее всего, откажут. Понятно, что, скорее всего, виноват технический сбой, но куда смотрел работник магазина, когда клеил ценник? Ну а в Гомельской области вновь заметили зубра. Он одиноко гулял по заснеженному полю в Петриковском районе. Это видео прислал наш читатель. Он говорит, что даже и не думал, что в Гомельской области обитают зубры. А в последний раз обитатель Беловежской пущи был замечен в Гомельской области летом. Тогда он мирно щипал травку в Светлогорском районе.